Воспитанники студии «Юный энергетик» не раз бывали на предприятии «Одинцовская электросеть». Они знают, насколько важна электроэнергия в наше время. Электричество и тепло тесно связаны между собой. Именно поэтому лицеисты решили отправиться в теплосеть, чтобы разобраться, как в котельных работают те или иные физические процессы. Наши юные энергетики, ребята очень жадные до знаний. То есть они вот прям очень внимательно слушают Александра Ивановича, главного инженера теплосетей, прямо вот с открытым ртом. Я лишний раз это повод для гордости, что за этих детей молодцы. Перед началом экскурсии обязательный инструктаж по технике безопасности и небольшая историческая справка от руководителей службы. У нас все тепловые станции, их называют еще котельные, они связаны между собой так называемыми перемычками. Это магистральные трубопроводы, позволяющие перебрасывать нагрузку с одного микрорайона на другой. Это на случай аварийных ситуаций, на случай ремонтов и так далее. Поэтому, вот в частности, вот эта тепловая станция, она подает тепловую энергию на микрорайон номер 2 и частично на микрорайон номер 1. Котельная номер 2 – одна из старейших котельных города. Почти полвека она подает тепло в дома ближайших микрорайонов. За эти годы не раз проводилась модернизация оборудования. Многие процессы на котельной автоматизированы. Это позволяет снизить риск возникновения аварийных ситуаций. Об этом ребятам рассказал главный инженер Одинцовских теплосетей. Мне открылся, так сказать, мир изнутри, потому что, когда мы сидим дома, к нам подается отопление. Мы, конечно, думаем, вот все хорошо, греются батареи. А здесь я, так сказать, заглянул внутрь этой системы, понял, как работают котлы, как нужно правильно очистить воду перед тем, как ее подавать в котел. Ребята активно задавали вопросы главному инженеру. Их интересовал процесс получения и отдачи тепла городу. Теперь они знают, как подается тепло в квартиры и объекты социальной инфраструктуры. Мне на самом деле очень понравилось, потому что я уже, получается, 2,5 года занимаюсь энергетикой. И я понимаю, что теплосеть и энергосеть, они очень взаимосвязаны, они работают в симбиозе. Мне было очень важно узнать, какую роль в отоплении города, в обеспечении города теплом играет вот эта вот конструкция, то есть котельная, какие она функции выполняет и каким образом она вообще устроена. Главный инженер искренне надеется на то, что, быть может, кого-то из ребят заинтересуют технические профессии, и они вернутся на предприятие уже в качестве сотрудников. Я был сегодня приятно удивлен, что ребята слушают внимательно, задают достаточно профессиональные вопросы, и приходится более тонко раскрывать смысл нашей профессии. Ученики студии «Юный энергетик» давно вышли за рамки школьной программы. Они своего рода уже асы в энергетике и продолжают накапливать знания, чтобы в будущем применять их в жизни. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».